Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 20 по цифре 2 на странице 53. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений, записывая решение столбиком. 62 минус 27. Из двух вычесть 7 мы не можем. Занимаем у 6,1. 12 минус 7 равно 5. И 5 минус 2 равно 3. 35. 456 минус 304. 6 минус 4 равно 2, 5 минус 0 равно 5, и 4 минус 3 равно 1, 152. 778 минус 263. Из 8 вычитаем 3, получается 5, 7 минус 6 равно 1, 7 минус 2 равно 5, 515. 645 минус 205. 5 минус 5 равно 0, 4 минус 0 равно 4, 6 минус 2 равно 4, 440. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.